коровы, стих родился новый, как стакан парного молока. Плохо очень совсем без жены, гораздо лучше с любой стороны. Мерз я где-то, плыл за моря. Эх, как говорится, грабить так с музыкой. Это «Ограбление по» на радио «Аврора». Ну что, друзья, очередной понедельник, очередная неделя началась. Посмотрим, что она принесет нам в течение этой недели. Ну а ближайшие 10 минут вам могут принести, залить практически в бензобак 30 литров бензина. Конечно же, если вы дозвонитесь к нам в прямой эфир на «Аврора» по номеру телефона 091-76-1007. Звоните, друзья, и тогда поиграем с вами в очень такую легенькую игру. Задаем фразы, вопросы из советского кино, из мультиков. Далее 4 варианта вам даем на выбор. Ну вот я говорю, что мне рано с утра в эфир не нужно заходить. Просто запрещено категорически. У меня, я не могу. У меня язык очень медленно по утрам работает. Ну так вот, поиграем, короче, мы с вами в игру. Легкую, 4 варианта, один правильный ответ. 30 литров, они ваши. Если, конечно же, отгадаете. Я сегодня, когда села за компьютер и заполняла там что-то, каждый раз пишу, конечно же, число. Я увидела 06-06-2016. Знаете, для романтиков, которые любят по каким-то конкретным датам делать свадьбы, сегодня должен быть такой очень свадебный день, несмотря на то, что сегодня понедельник. Поэтому для тех, кто не заметил, Gold день в календаре, друзья. Еще как вам насчет града, который на выходных, я не знаю, многие уже, знаете, такие юмористические картинки сделали, типа «Save the Tehran», «Peace of Tehran», там, «Спаси и сохрани наш урожай», «Верестарель Тиран», «Чикаранг», так, конечно, погода очень так затратно нам обойдется летом, конечно же, но что касается этой недели, друзья, ждите очень тоже. Ощущение, что март. Нормальной погоды как бы на неделю точно нет, будет достаточно тепло, но с дождями и с грозой и со всем остальным, поэтому для тех, кто думает, что в отпуск не поедет, может быть, в Армении где-нибудь, я не знаю, отдохнет, либо, может быть, загарный сезон и все такое, не ждите. В общем-то, погода и на этой неделе будет такая странноватая. Ну, а мы с вами, помимо 30 литров бензина, друзья, вы еще можете выиграть велосипед у нас на «Авроре», потому что, конечно, вряд ли кто-то не знает, но мы к 11 нашим годам, 14 июня, «Авроре» исполняется 11 лет. Номер телефончика повторить? Нет, звоночек уже есть. Розик сидит, стоит, ждет у дверей. Нету у нас звоночка. Человек, либо денежки закончились, друзья, либо связь просто оборвалась. Еще раз повторю номер телефона. 091-76-1007. Ну так вот, насчет великов. 11 велосипедов разыгрываем 14 июня. И если вы хотите, чтобы один из них был вашим, вы тоже должны, конечно же, поучаствовать в игре. 11 легенд, 11 подарков, 11 лет. Что мы сделали? Мы создали такую игру. Сделали 11 легенд футбола. Скрыли их под карточками. Их никто не знал до того момента, пока они периодически не открываются. До сегодняшнего дня мы открыли 6 легендарных футболистов. Для того, чтобы не запутаться, ну, потом понимаете, да, сколько в мире футболистов, мы даем, конечно же, подсказочки каждый раз, что, кто он должен быть, полузащитник, защитник, вратарь и все такое. В общем-то, сейчас, на данный момент, мы остановились на футболисте номер 7. То есть мы с вами должны, друзья, отгадать футболиста номер 7, который был полузащитником. И он играл под номером 7. Если у вас есть какие-то подозрения, варианты, либо, я не знаю, мнения, заходите к нам на официальную страничку на Фейсбуке. Вы увидите эту голубую, синюю фотографию, в общем-то, и с этими карточками. И внизу просто напишите свой комментарий. Например, я считаю, что вот такой-то, такой-то человек, легендарный футболист под номером 7. И если ваш вариант совпадет с нашим вариантом, то вы будете вот в этой куче, в огромном количестве людей, которые будут бороться за 11 велик. Сейчас посмотрим, кто же дозвонился, чтобы выиграть 30 литров бензина. Алло, здравствуйте. 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 Как зовут вас? Марат. Марат? Ага. Марат, я смотрю, вы тоже не особо бодрячком с утра. Или нет? Вам на русском, на армянском?
На армянском. На армянском. Гайрен лезви хамаж сахмек мек. Итак, переходим на армянский. Ага. Марат, асмема дукеле каравотян тенс уж варзартнуме герка жаманак кнатата хунчворсен занжатват вичаки меч. Те ураки инчворте рек гтнвум вортек барцерчек каро хосел. Մի քիչ բարձր որ խնդրեմ կխոսեք ուղակի Մարադ։ Եղավ։ Որտեղ եք հիմա շատ լավ է։ Որտեղ եք հիմա գտնվում։ Հիմա գտնվում եմ Մարկարյան փողոցում։ Ինչ եք անում այնտեղ։ Փախում եմ։ Ну, как бы ка ум։ Աշխատում եք միգուցե միգուցե հանդիպում ունեք։ Փախում եմ, սպասում եք այն։ Իսկ աշխատում եք։ Հա։ Որտեղ։ Պետական կառույցներում։ Ինչ պետական կառույցներ։ Եկեք մի քիչ ճակերտները բացենք, որովհետև բոլորիս հետաքրքիր է։ Չեմ կարա, որովհետև լավ չի լինի։ Պետական, լավ, որ գոնե մասնաճյուղային ինչով է զբաղվում այդ պետական, որ այսինքն պետական կառույցներ շատ կան։ Ֆինանսական ոլորտ։ Ֆինանս, ահա, ֆինանսական ոլորտ։ Գոհ եւ երջանիկ եք, որ այդ ոլորտում եք։ Չէ, յասի, բայց դա է։ Բայց ոչ մեկ ձեզ չի ստիպել, չէ, այդտեղ աշխատել։ Դե ուրիշ գործտեղ չկա։ Ահա, փաստորեն ստիպված եք, որովհետև այս պահին, իսկ որտեղ կուզեիք այդտենց մեծ հաճույքով, որ ձեզ հարցնեն, երջանիկ ես, որ այդտեղ աշխատում ես, ասեք, այո, ինչ որ միտեղ պատկերացնում եք։ Էդի աշխատելուց հետո կարամ ասեմ, երջանիկ եմ այդ աշխատանքով այրում, թե չէ։ Вообще, мечты у вас никакой нет, пока сидите на этой работе и довольствуйтесь тем, что есть. Хорошо, Марат. Իսկ դուք ամուսնացած եք։ Այո։ Եվ ընտանիքի մասին էլ է գաղտնիք, վատ կլինի հետո, որ պատմեք։ Երկու տղա ունեմ։ Ահա։ Խարաշո։ Երևի էլ մեքենա էլ ունեք, եթե 30 լիտրի համար եք զանգահարել։ Ահա։ Ուր ենք լցնելու այդ 30 լիտրը։ Մերսեդես։ Mercedes, так и записали. А вы что-то недовольны, я смотрю, что работаете в этой сфере, а у вас Mercedes, все прекрасно. Какой-то вы... Да, Mercedes. Так и написала. Хорошо. Марат, հիմա ինչ որ մեկին սպասում եք, չհասցրեց այդ ինչ որ մեկը գա, որ ձեզ օգնի հարցի հետ կապված, բայց ամեն դեպքում դուք ունեք 4 տարբերակ ընտրելու համար։ Ահա։ Ձեզ անգել է հատված սովետական մուլտֆիլմից։ Ահա։ Դրա համար ես միակ բանը ինչ կարող եմ խորհուրդ տալ, որ դուք չշտապեք։ Եվ եթե 30 լիտրը այսօր դուք շահեք, կգնա ձեր Mercedes-ը։ Լավ։ Լավ։ Պատրաստ եք, արդեն միացնեմ հարցը։ Հա։ Չէ, մինչև չժպտակ, մինչև ես չհասկանամ, որ ձեր մոտ ամեն ինչ նորմալ է, ես չեմ միացնի։ Որովհետև համ ես եմ անջատված վիճակում, համ դուք շատ ասենց հանգիստ վիճակում եք։ Եկեք միաց ասենց, հա։ Ладно, все, Марат, я включаю, поехали тогда, удачи вам. Это ограбление по. Так, если я что-нибудь в чем-нибудь понимаю, то дыра – это нора. Ага. А нора – это кролик. Ага. А кролик – это подходящая компания. А подходящая компания – это такая компания, где нас могут чем-нибудь угостить. Ну что, Марат? Да. Услышали же? Да, услышали. Հիմա պետք է հասկանանք, որ մուլտֆիլմից է այդ հատվածը։ Հա։ Կասկածներ կան, ինչ որ մոտավոր։ Չէ, չէ, չէ։ Չէ։ Լավ, ուրեմն 100% գիտեմ, ոչ թե կասկած։ Միգուցե առանց տարբերակների, ուրեմն։ Չէ, բերեք լսենք տարբերակները ամեն դեպքում։ Хорошо. Итак, эта фраза прозвучала в мультфильме. Первый вариант: котёнок по имени Гав. Второй вариант: 38 попугаев. Третий вариант: Винни-Пух. И четвертый вариант: следствие ведут колобки. Винни-Пух. Винни-Пух. Дук мечтай касум, инч фор митэх 100%. Это восстаем одну мою. Восста. Иск чек в карцум, вор карога инна сон инна у инна токос Винни-Пуха челени. Че.
Винни-Пухи Дзайна Чай Шапоты. Винни-Пухи Дзайна Чай Шапоты, и вы в этом молодец, ваш слух вас не подвел. Марат, поздравляем, 30 литров они ваши, ура, уходит в бензобак вашего Мерседеса. Вы как-то даже скромно радуете, ура, такой, ура, как будто рядом с вами просто кто-то спит, и вы не хотите его разбудить. Марат. Да. Помимо 30 литров, которые вы с честью выиграли, молодец, очень достойно, вам еще достается такой вариантик выиграть велосипед. Ага. Вы как-то знакомы с нашей игрой 11 лет, 11 легенд, 11 подарков? Ծանոթ եք, ինչ-որ տարբերակներ ունեք, ով կարող է լինի կիսապաշտպան 7-րդ համարի տակ, լեգենդար կիսապաշտպան. Легендар кисапаштан. Угу. Иска еще раз, знаете, ветерор Тамара Ова, а ветерор Тамара ехали Роберто Карлос. Նորից կիսապաշտպան, 5-րդ համարը եղել է Զինեդին Զիդան, նորից կիսապաշտպան, 4-րդ Լև Յաշինը, ահա, Կաֆու, 3-րդը Պաուլո Մալդինի եւ 4-րդը Խավիեր Զանետի։ Հիմա հասել ենք 7-րդին։ 7-րդ համար լեգենդար Օսկա հավաքականների լեգենդար մարդ։ Կապչուն, ինքը պետք է լինի հավաքականում, չգիտեմ, ոչ հավաքականում, ուղղակի կյանքում ֆուտբոլիստ, որ գուցե լեգենդար, որի մասին ոչ մեկ չգիտի, չգիտեմ։ Ամեն դեպքում ինքը լեգենդար ֆուտբոլիստ պետք է լինի, որը որ խաղացել է, թե հավաքականում, թե բացի որ հավաքական չի Դավիթ Աղաբեկյան, ուրիշ ի՞նչ է, ֆուտբոլից հասկացող ես։ Չի, Դավիթ Աղաբեկյանը լուրերի է պատրաստում։ Ամեն դեպքում ուզում եք ես ձեզ օգնեմ, տարբերակներ կան մեր սայտում, իհարկե դժվար չի։ Ուրեմն, տարբերակները այսպիսին են. Դեվիդ Բեքհամ, Ռոնալդո, այդպիսի տարբերակ էլ կա։ Այստեղ էլի Ռոբերտո Կարլոսը ընգրել, երևի մտածել են, որ դեռ չենք բացել, եւ Միվարկյան բացվում է կրկին Դեվիդ Բեքհամ։ Так, 7-րդ համարը կարող է լեգենդար շատ կան, բայց կարծում եմ Ռաուլ, մեծատառով մարդ եւ ֆուտբոլիստ, իսկական լեգենդ, ում հարգում են բոլորը։ Так, համարը կարծեմ Ռաուլը, որովհետև Բեքհեմը 7-րդ համարով չի խաղացել։ Ահա։ Ոչ էլ Ռոնալդոն է խաղացել, 10 համարով է խաղացել, եթե ճիշտ եմ հիշում։ Հենց հիմա մեր հետևը կանգնած է Ռոնալդոն, որի թումբան можно это на шортик шортикների վրա 7-րդ համար է։ Ես դուք միգուցե տպագրական սխալ է, ամեն դեպքում մենք գրում ենք Ռաուլ։ Մարաջան, շատ շնորհակալություն ձեզ, մենք անպայման եթերից հետո ձեր հետ կկապնվենք եւ կբացատրենք արդեն ոնց գաք 30 լիտր բենզինը վերցնելու համար, լավ։ Եղավ, ես էլ եմ շնորհակալ եւ ուզում եմ մի հատ սրայ շնորհավորել։ Շնորհավոր եք, իհարկե, Մարաջան։ Համուսնության կապակցությամբ։ Ու Шнорм, Аврора присоединяется. Слушайте, я же говорила, да, вот, значит, вот один из тех людей, который сегодня женился. Аврора присоединяется, пусть они будут счастливы, много детишек, вот. И вы молодец, что воспользовались этим случаем. Спасибо, Марат, после эфира созвонимся, друзья. Если кому-то интересно, почему Марианна такая никакая, я объясню. Дело в том, что мы вчера рано с утра выехали в Татеф для того, чтобы для вас, друзья, в прямом эфире показать фестиваль бейсджампа. Для тех, кто не успел вчера за этим всем следить в прямом эфире, пожалуйста, сегодня уже можете у нас на фейсбуковской странице и в ютубе увидеть вот этот эфир с фестиваля бейсджамп. Все, на этом я с вами прощаюсь, потому что времечко поджимает. Увидимся скоро в эфире. С вами была Марианна Охотникова. Удачного вам дня, счастливо и пока, друзья. На радио «Аврора» ограбление по. Ֆուտբոլային տոնը զիգզագում արդեն սկսվել է։ Ֆուտբոլի Եվրոպայի առաջնության ողջ ընթացքում կատարիր գնումներ մինչև 15% իջեցված գներով։ Նաև բաց միտով զիգզագի գոլային առաջարկները։